дорогие друзья, вы на канале Мурмэр. Егор, приветствую всех. Короче, вот мой друг Егор с круглым лицом хомяка. Вообще он утка, ну ладно, допустим. Нас в школе почему-то вообще заводными лягушками называют. Так вот, мы куда-то на Кубань приехали. О, смотрите. О, да, шестая уток! О, какие это утки! Это птицы. Короче, ребят, вот, смотрите, вся наша река. Вот. Даже вот. Его шапку снимают. Вон наши велосипеды. Вот. Чисто они такие кайфуют. А вон, угадайте, кто? Камни. Камни, да. Пойдем. В какую-то обобу. Напомни мне, что такое обоба? Как, черт? О, смотри. Это что, весь наш класс? О, это горка для нашего класса. Нет, не для Артема. Смотри. Я, по-моему, нет, я здесь не был. А я здесь был. Блин, какие прикольные ворота. Я здесь, кстати, был. Я помню, я здесь когда-то вот ходил с мамой очень давно, ребят. Вон мост валенный. Да. А переверни телефон. Ну что, вот так вот будем снимать? Так он нормально снимает у меня. Я всегда так снимаю, когда сам. Блин, тут офигенно. Егор, смотри, какой тут домик. Ты бы хотел тут жить? Я да. Самый уютный дом в мире. Короче, ребят, если вы наберете 60 лайков, то тогда мы снимем вторую часть, как мы тут ходим. Не, мы снимем какую-то часть новую. Была. Хотя, погодите, ребят. Егор, что хочет, тот скажет, что он снимет. А вот если вы наберете у меня 60 или 70 лайков, то я тогда сниму, как мы в другом месте будем вот так вот ходить. Да. Все, смотри. Вон там машина. За мной пчела полетела. Вон там машина куда-то поехала. О, блин, тут офигенный домик, я в таком. О, я тоже так. Блин, тут кайфово. Ага. Нам потом капец будет. О, виноград. Вот, помнишь, как мы снимали про мост? Почему-то у меня, ребят, как будто... Когда мы ехали в гаражи, и мы ехали, помнишь, как я вот так вот ушла? Ага. На велике такой... Если что, он бешеный. А я вчера орал, потому что я играл в лото. Кстати, Егор, ты сегодня со мной будешь играть, когда ко мне приедем. Я знаю. Мы, кстати, снимем это, ребят. Так вот, я вчера играл в лото с родителями. И, короче, когда кто-то из нас там раздавал вот эти вот бочонки, и это так быстро было, то что я прям... Пока попрощаюсь с ребятами, думаю, это на 70 или 60 лайков, ребят, я начну новую серию там, где мы будем где-то в другом месте. Погоди, я попрощаюсь. Короче, ребят, смотрите, на 70 или 60 лайков я начну снимать новую серию там, где мы где-то... Ну там подальше у трассы будем что-то путешествовать. А сейчас мы когда доедем до моего друга, там где он живет, то тогда я начну новую серию. А сегодня мы вам показали вот такое прекрасное река Кубань. Я который не был у логопеда никогда.
Короче, вот такая прекрасная купальня. Всем пока, вы были на канале Мурмэр. С вами был я, Егор, который придумал уток. Всем пока.